Друзья, всем огромный привет! Сегодня обзор магазина Fix Price. Это город Ульяновск. Смотрите, какие классные новинки появились. Это декоративный поднос. Он изготовлен из МДФ и стали. Производитель Китай. Это, кстати, новая коллекция, очень симпатичная. Стоимость 249 рублей. Также есть еще один вариант подносов декоративных. Они уже гораздо больше по размеру. Поднос с ручками, с декором. Изготовлен также он из МДФ. Есть в наличии две расцветочки, цена 249. А это подставка для документов и журналов. Изготовлена она из стали, окрашена в черный цвет, очень красивый дизайн, цена 249. Также в наличии есть шкатулочки, они из МДФ с элементами из стекла. Очень красивые шкатулки, были еще черные, цена 200 рублей. Также есть ароматические свечи в стакане, они по 200 рублей. В составе у них парафин, стекло и сталь. Производитель Китай. Завезли деревянные фоторамки для фотографий размером 10 на 15. Они простые, классические, без декора. Их можно только поставить. Подвесить нельзя, крючков нет. И стоимость 99 рублей. Также есть фоторамки вот такие из МДФ. Очень тоже красивые. Для фотографий размером 10 на 15. Вот эти фоторамки уже можно и повесить, и поставить. И в наличии несколько расцветок. Цена 149 рублей. Смотрите, какие классные горшочки для цветов. Они с интересным дизайном. В составе идет доломит, производитель Китай. Я думаю, объем здесь примерно 500 мл, цена 149 рублей. А это наборы для декорирования и композиции. Сейчас во всех школах и садиках велят приносить поделки осенние. И, кстати, вот эти вещицы, очень интересные, они как раз помогут сделать эту поделку. Стоят они 77 рублей. И здесь их в наличии очень много. Все с осенней тематикой. Также есть подставка декоративная в виде велосипеда. В наличии два цвета. Цена 149 рублей. Смотрите, какие красивые фигурки декоративные. Они небольшие. Это кактус. Здесь есть несколько видов кактусов. Большие и маленькие, вот такие тройные. В составе у них доломит. Цена 99 рублей. В магазине Fix Price появилась новинка. Это крем для рук Камей с утонченным ароматом французской розы. 45 мл объем в этом тюбике. Цена 55 рублей. Еще один вариант. Тоже крем для рук и тела. Купаж цветочных масел. Стойкий завораживающий аромат. Черная орхидея. Нежное питание и смягчение. Тюбик здесь уже гораздо больше. Объем 190 мл. Так, побалуйте себя нежным уходом в сочетании с соблазнительным ароматом. Смягчение, нежный уход за кожей рук и тела. Цена 99 рублей. Еще одна новиночка от Vitanica. Это питательный крем для рук с рисовым молоком. Содержит экстракт инжира и масло грецкого ореха. 150 мл, цена 55. Шампунь от бренда «Чистая линия». Польза растений, комплексный уход, 7 трав для всех типов волос. Здесь 385 мл и цена сейчас по карте 66 рублей. Без карты стоимость 77 рублей. Еще одна новинка – это детское крем-мыло «Малио» с ромашкой для чувствительной кожи малышей с маслом оливы и витамином Е. Такое мыло производит Россия, Воронежская область. Объем здесь 500 мл и стоимость 47 рублей по карте. Также есть такое же мыло с ароматом лаванды. Цена такая же. И еще одна новиночка. Это мыло Дуро 1+1, увлажняющий крем и зеленый чай. Это мыло с антиоксидантами в экономичной упаковочке. Здесь 4 кусочка по 90 грамм. И стоит оно здесь 99 рублей. Большой выбор зубной пасты здесь, и тут оказалась новинка, гелевая зубная паста для защиты от бактерий и для экстра свежести. Называется паста Абсолют, 110 грамм, стоит 99 рублей. Еще одна новинка, это чистящее средство для плит Адриэль Экстра Антижир. Объем здесь 500 мл, предназначено для чистки газовых, электрических и металлокерамических плит, очищает кухонное оборудование и посуду, цена 55 рублей. Еще одну новиночку покажу. Это тоже чистящее средство Сиф. Универсальный, ультрабыстрый, подходит для поверхности и текстиля во всем доме. 500 мл, цена 149.
И еще одно универсальное чистящее средство, называется Мистер Пропер, сила и забота, 100% чистоты, легкий уход, 500 мл, флакончик тоже с распылителем, стоимость 149 рублей. И еще одна новинка торговой марки Kensai, это стиральный биопорошок безфосфатный, концентрат с алоэ и огурцом. В упаковочке здесь 900 грамм, очень большая экономичная упаковка, цена 200 рублей. Также есть стиральный порошок на натуральной основе без фосфатов B-Max Color. Тройная сила, 800 грамм в упаковке, цена 199 рублей. Еще одна новинка в магазине Fix Price, это бокс для хранения, для хозяйственных нужд. Он с крышкой, на защелке имеется ручка. Размер 22 на 16,5 на 14, в составе полипропилен, цена 99 рублей. Еще одна новиночка, это такие вот декоративные светильники, которые работают от батареек, от 3 штук, но в комплекте их вместе со светильником нет. Интересная серия, в составе идет сталь и полипропилен, количество светодиодов здесь 10 штук, световой поток 2 люмен, срок службы светодиодов 10 тысяч часов. Изделие предназначено для использования в декоративных целях только. Цена 199 рублей. Вы только посмотрите, какая красота, очень симпатичная декорация цветочная в горшке. Здесь, кстати, есть 2 цвета, еще желтенькие есть, они все стоят по 249 рублей. Также есть высокие искусственные растения в горшках, они здесь в ассортименте разные, по 299 рублей. И есть вот такие низкие, тоже вечно зеленое растение будет, цена 300 рублей. А это поддерживающий пояс для фитнес-тренировок. Он вот такой черного цвета, в рулончике. Он моделирует фигуру, снимает нагрузку на позвоночник и поддерживает мышцы спины. В составе неопрен, полиэстер и полипропилен. Производитель Китай. Стоят они здесь 199 рублей. Также есть кисти для дизайна ногтей. В упаковочке их 5 штук, все они разные. И цена 199 рублей. Также есть кисть для макияжа, она идет с футляром в комплекте. В составе этой кисти ABS и нейлон, производитель Китай. Цена 149 рублей. Смотрите-ка, что я здесь нашла. Завезли еще щеточки для ногтей. Так, в составе у них идет полипропилен, и они здесь есть разного цвета, цена 55 рублей. Также в ассортименте есть зеркала, есть на подставке, есть двухсторонние, есть с подсветкой. В общем, покажу все, что есть в наличии. Стоимость тоже разная. Показываю и цену, и зеркала в упаковках. Если кому-то интересно, пожалуйста, смотрите. Но здесь их очень много, просто нереально рассказать про каждого из них. Поэтому покажу вот так в целом. В магазине Fix Price в наличии есть 4 цвета швабры с насадкой из микрофибры. Высота швабры этой 119 сантиметров, производство Китай. Тряпочка очень хорошая, мягкая. Цена 200 рублей. Смотрите-ка, что я здесь нашла. Очень интересная вещица. Это, кстати, сметка для пыли. Такая белого цвета, пушистая. Цены, к сожалению, пока нет. В Fix Price в продаже есть полотенца кухонные, махровые, такие с бордюром, с рисунком, из 100% хлопка, производство России. Размер 30 на 60, цена 77 рублей. Здесь они в ассортименте. Еще одна новиночка, это наволочка на подушку. 99 рублей стоит, размер 70 на 70. В составе идет 100% хлопок, изготовитель Россия, Московская область, город Щелково. В продаже в большом ассортименте есть вот такие вафельные полотенчики кухонные, цветные, очень симпатичные, яркие. Стоят они здесь 55 рублей. Размер полотенца 45 на 60 сантиметров, в составе 100% хлопок, изготовитель Ивановская область. А еще есть чехлы на стулья, они универсальные. Здесь, кстати, только одна расцветка, такая темно-серого цвета. В составе у них полиэстер и спандекс, производитель Китай. Цена 249 рублей. Есть полотенце махровое, большое, размером 50 на 95 сантиметров. Оно здесь стоит 249 рублей. И полотенчики в ассортименте. Ну, правда, тонковатые, но качество очень хорошее, хлопок. Полотенце «Самойловский текстиль» махровое, цвет аметистовый, орхидеи и белый, производитель Ивановская область. И махровое полотенце банное, но оно огромное, тяжелое, плотное, тоже 100% хлопка. Размер полотенца 50 на 120, здесь, как видите, по цвету они в ассортименте, производство Россия, цена 300 рублей.
Удобная и полезная вещь при мытье окон – это водосгон. 17 сантиметров его размер. Производитель России, Московская область, город Щелково. Цена 55 рублей. А это тряпка для пола, хлопковая, 80 на 100 сантиметров. Отлично впитывает и удерживает влагу, не оставляет следов и разводов. Отличается высокой прочностью, легко отстирывается при температуре 30-40 градусов. В упаковке одна штука, цена 47 рублей. А это тряпочки для уборки из микрофибры, размер 40 на 60, в наличии есть несколько расцветок, цена 66 рублей. На сегодня это все. Если вам понравился мой обзор, пожалуйста, оцените его лайком. И обязательно подписывайтесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. Увидимся, как всегда, очень скоро. Всем пока-пока!